Термитриновая мазь Рига. Акарицеидный инсектицидный препарат местного применения, активным компонентом которого является пермитрин. Действующее вещество активно в отношении членистоногих паразитов, включая чесоточных клещей, как половозрелых особей, так и личинок. Вызывая паралич насекомых, пермитрин практически не имеет влияния на животных и человека. Показания. Пермитриновая мазь предназначена для местной терапии пациентов, страдающих от чесоточных клещей, в том числе от чесотки, осложненной вторичной флорой. Также мазь эффективна при борьбе с кожными паразитами, вшами. Применение. Пермитриновая мазь используется обычно однократно. Если появляются новые очаги чесотки, мазь повторно наносится через 2 недели после первого использования. Наносить мазь нужно тонким слоем, тщательно втирая только в те участки кожи, которые поражены чесоточным клещом. В течение суток после этого нельзя принимать душ, а через 24 часа следует хорошо вымыть кожу с мылом, поменять и выстирать одежду при высокой температуре. Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. После использования, хорошо вымыть руки. Применять только в помещениях со свободным доступом воздуха либо на улице. Максимальная продолжительность курса – 5 применений. Как показывают многочисленные отзывы, препарат переносится хорошо. Однако инструкция запрещает его использование детям младше 3 лет, а также в период беременности и лактации. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.